Итак, существенными условиями договора купли-продажи. Я не говорю сейчас по отдельно названным, да, по разновидностям. Существенными условиями договора купли-продажи является наименование и количество товара. Наименование и количество товара. Вот это существенные условия, при отсутствии которых договор о качестве. Все, в законе написано про качество. А можно сказать о том, что товар и все его есть в соответствии с законом? А это же и есть. Это же и есть все. Нет, ну когда мы говорим о количестве, если мы подразумеваем внутри ассортимент, в наименовании в количестве, если у нас там внутри ассортимент, это же внутри этих категорий. Ассортимент сидит внутри качества и количества, внутри этих категорий. В смысле, не качество. Максим, что я говорю? В смысле, наименование и количество, да, не качество. А по качеству у нас предостаточно общих норм. И там все тоже у нас в силу закона. Если мы не пропишем, что вещь была уже в ИУ, что она с износом, по общему правилу какую? Соответствующую нормальной новой вещи и так далее. Так, вы подумайте, наименование и количество товара. Это для общей купли-продажи.